Всем привет, дорогие зрители! Соскучились, знаю. С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Мистер Агасси сегодня нашел для вас трехкомнатную просторную квартиру в известном проекте «Торус». Расстояние отсюда до моря 330 метров до воды максимум. Центральная часть Махмутлара. Рядом есть вся инфраструктура. Элсивые кики, мадам Коко, рестораны, субботний рынок в шаговой доступности. А так, я тоже здесь рядом. У нас офис там около башни часов. Можете зайти, выпить чашку чая, кофе, поговорить, побеседовать со мной, если у меня будет время. Так, дорогие зрители, квартирка под ключ. Конфетка, смотрим до конца, ролик не закрываем. Пирожочек от меня вам в подарок. Показываю. Дорогие зрители, огромная территория, есть бассейн, детская игровая площадка, там деревья, лимон, апельсин, генератор также есть. Ага. Огромный первый балкон, второй балкон у нас застекленный. Сторона здесь восточная, вот это восток. Так, так, мадам Коко. Там у нас море. Вот, балкончик такой большой. Там улица Ататюрка. Находится между Ататюркой и Барбаросса. Вот этот велик в подарок. Если вы купите квартиру, отдадите его мне. Вот такой миленький такой, кожаный, хорошенький. У меня есть мотик также. Так, короче, в подарок. Не вам, а мне. Закрываем двери. Вот. Как красиво тут, смотрите. Зеленая квартирка. Мебель не дешевая. Как мне сказали, это тоже открывается. Даже дорого покупали. Диван. Мягкий такой. Еще раз покажу. Раскрывается так вперед. Телевизор фирмы Бека 65 диагональ. Тоже дорогая. Жена хозяина у нас художница. Вот нарисовала картинки. Все, что вы видите, все продается тут. Так. Жилая площадь здесь до холодильника 33 квадратных метра. Две спальни у нас. Одна спальня 13 квадратных метров, другая спальня 17 квадратных метров. Так. Бытовая техника у нас Altus. Духовка, плита и вытяжка фирмы Alpina. Посмотрим, есть ли здесь доводчики. Здесь, да, нету доводчиков. Угу, нету. Ничего, сделать себе доводчики. Так. Просторная прихожая. Это место, чтобы сесть и уснуть. Так, здесь шкафчик. Угу. Здесь что? Подарок собрать. Ну и какой ангелочек. Это я заберу себе. Так, здесь у нас... Первая спальня. Отмерял лазерным измерителем 13 квадратных метров. Смотрите, какая интересная люстра. Внутри шарики. Можете взорвать. И все они упадут вниз. Так. Ну вот у нас. Еще копеечки оставили. Спасибо. Вот такая спальня. И вот такой ангелочек. Или что? Ага. Сторона здесь у нас северная, да.
шкафчик. Так. Это пока поставим. Она мне мешает. Снаружи. Две квартиры на этаже. Есть лифт. Этаж здесь второй. Как третий. Первый санузел. Окраски вот болотный цвет. Зеленый, красивый, мой любимый. Так. Первый санузел. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Стиральная машинка Altus. Вот такая душевая кабинка. Проекту 14-15 лет. Один из хороших проектов Махмутларя. Вот здесь более-менее ясно видно цвет. Чего он мигнул? Так, и у нас хозяйская спальня. Большая. Так. А, нашел себе подарок. Все, после этого я буду снимать ролики в этой шляпе. Придется забрать. Подошла шапки турецкой, колпак. Вот 17 квадратных метров. Кондиционер фирмы БК. И здесь у нас еще один санузел. Вот. Ну, здесь нет у нас унитаза. Забрали. Поставили у пляжа. Кому бы это может понадобиться. Итак, у нас тут выход. Балкон. Стеклянный балкон. Застекленный. Так. Ой-ой-ой. Вот каскадным образом закрываются эти окна. Там у нас магазин BIM, LC Ваякики, улица Барбаросса. И там улица Ататюрка. Так, и вот у нас генератор. Не за ролик, дорогие зрители. Я оглашу Айдат сперва. 200 лир Айдат. Тут есть сауна, фитнес, бассейн, зона отдыха, барбекю, детская игровая площадка, генератор. Айдат 200 лир. Пол во всей квартире у нас ламинат, только в коридоре, в прихожей керамика. Цена этой квартиры 117 тысяч евро. Есть торг. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Ключи только у нас. И не закрываем ролик. Еще раз говорю, смотрим до конца. Я спускаюсь вниз, показываю вам инфраструктуру. Итак, дорогие зрители, вот у нас такой лифт, вместимый 6 человек, если обниматься, можно и 7 человек вместиться. Так, спускаюсь вниз, вот это у нас вход в здание, вот такой фасад, вы уже видели другой блок. Итак, спускаюсь я вниз. Тут у нас инфраструктура. Начнем с этой стороны. Тут сауна. Работает в среду и субботу. Так, где у нас фонарик? Вот. Ого! Можно в футбол играть. Вот.
большой санузел. Давно не видел большой санузел такой. И здесь зона отдыха, там что-то отмечать. Тут парковка для велосипедов. Тут у нас фитнес. Теннисный стол. И выход к бассейну. Вот. Бассейн я вам уже показал. Так, дорогие, если хозяин шляпу забрал, шапку, вот этот колпак, сказал, продашь квартиру, отдам подарок. И этот, статуэтку и велосипед. Велосипед сказал, поделите как хотите с покупателем. Ну, одно колесо я у вас заберу, а другое оставлю вам. Все, звоните, пока-пока.